Добрый день, дорогие друзья! Мы опять с вами встретились, но сегодня мы будем говорить о евроремонте. Еврейский ремонт, да? Другими словами, когда евреи работают над тем, что нужно для будущего. У каждого из нас всегда в жизни есть ситуация, где что-то нужно переделывать. Когда наша старая хижина, наша старая квартира, старое место, где мы проживали, нуждается в ремонте. Вы знаете, это подтвердило ту версию, которую я подумал, что в нашей жизни должны быть перемены. У нас должна быть перестройка, как некоторые говорили в старые времена. Нам нужно изменение. Но для того, чтобы это сделать, нам нужно в первую очередь забраться на лестницу молитвы, чтобы можно было достичь тех частей орнамента, либо того, что мы хотим изменить, для того, чтобы проявилась та красота. Сейчас это грязно, сейчас это еще не вида, не величие. Но знаете, когда Дух Святой начинает очищать нас от всех старых привычек, от всего старого, от того, что нужно изменить, тогда очень интересно происходит. Иешуа говорил о том, что «се творю все новое». Ветхое прошло, теперь все новое. И это новое, оно приходит каждый день. От раннего утра буду искать тебя, не найду ли. И этот поиск всегда в Боге. Это обновление, которое мы имеем. То, что было вчера, оно шлаками покрылось на нашей душе. И нам нужно это очищение. И оно может приходить только в молитве.